Очередную сотню чмобиков отправили на войну. Вот только как бы не хотелось Кремлю. Боевым их дух уж точно не назовешь. Вот привезли пацанов с Калининграда на автобусах. На автобус на Украину. Спрашиваю, все бегают, пьяные, водки ищут. Напиться, говорит, перед смертью хоть. Такой он русский дух. Даже когда наконец осознал правду о своей роли в этой войне, вместо того, чтобы сопротивляться, бороться за свои права и сохранение жизни, россиянин ищет водку. Пацаны понимают, что, говорит, ну, пушечное мясо, я с ними разговаривал. Просто ментов много. Как бы не дают сильно общаться. Хотя ладно, возможно, не стоит столь опрометчиво грести всех чмобиков под одну гребенку.